Еще раз, даже в рамках того же формирования бюджетного процесса, в рамках муниципальных образований, достаточно сложно объединить бюджеты сформированных муниципальных образований для каких-то совместных решений, причем взаимовыгодных решений для двух муниципальных образований. На сегодняшний день Минрегион осознает всю вот такую правовой такой вакуум, и в рамках анализа для решения проблемы и вообще оптимизации правового поля порядка 9 федеральных законов требуют внесения изменений для решения данного вопроса. На сегодня Министерство регионального развития, собственно, сформировало дорожную карту с целью развития агломераций. Я думаю, что многие, собственно, участники сегодняшнего круглого стола принимали в обсуждении этой дорожной карты. И на сегодня сформирована межведомственная рабочая группа по, собственно, реализации пилотных проектов. И мы надеемся, что в рамках реализации этих пилотных проектов, я думаю, до конца года мы сформируем такие пилотные проекты, мы, собственно говоря, на практике пощупаем, каким образом нам необходимо и оптимизировать законодательство, и какие необходимо управленческие структуры для того, чтобы процесс агломерирования вошел, будем так говорить, в рамки правового поля, и государство могло этот процесс стимулировать и помогать в формировании этих агломераций, которые, преимущества которых, несомненно, я думаю, бесспорно имеет место быть.